мирной, чудесной планете, живя вне веков и времен, есть город. Он лучший на свете, поэтами весь населен. Здесь встретится пламенный Гёте за чашечкой чая в кафе, лорд Байрон, затронув кого-то, предложит свое сатисфе. Уроки словесности в школе Михаил Васильевич ведет, сам Пушкин. С собою довольный, он слава ее и почет. На тихой, забытой аллее, где сходятся розы ветров, любовь свою нежно лелея, Ахматову ждет Гумилев. Есть дом на окраине где-то, в окошке дрожит огонек, там холодом ночи согретый тоскует загадочный блок. На площади, возле мечети, оставив толпы шум и ган, восточную мудростью встретит Хамза Низи и Хаям. Есенин, веселый и броский, беседу с друзьями ведет, среди них даже есть Маяковский, он руку ему подает. Живым возвратился с дуэли наш Лермонтов, славный герой. Уланы за здравную спели, когда он приветствовал строй. Поэты, вы все здесь живые, вы все вне веков и времен.